продолжение пятой серии, короче, шестая серия, после того, как Клео рассказала всему классу, что она и видела Джексона и Скелету вместе. Ну, по-романтичному. Итак, начнем. И они устроили план против них. Эй, ребята, ну что, план готов? А мы тоже участие принимаем в этом плане. Хорошо. Что за план? Ребекка, ты идешь в Скелете и говоришь, что теперь ты будешь ее лучшей подружкой, и она приглашает тебя на пижамную вечеринку. Хорошо. И дает тебе ключи. А потом мы придумаем план. Окей, иду уже. Скелета, все нормально? Скелета, не плачь. Все из-за того, что у тебя больше нет друзей? Это Клео, она всем рассказала. Она думает только о себе, я знаю. То есть нет, она не думает только о себе. Ты защищаешь ее? Я знаю, вы были такими подругами. Да, она никогда не предавала меня. Мы ходили вместе шопинг делать, помогали друг другу. Я давала ей списывать иногда. А, да, понимаю. Слушай, а ты хочешь быть со мной? Лучшей подружкой, я не предательница, можешь мне довериться. Правда? А хочешь ко мне на пижамную вечеринку? А, да, конечно, сегодня можно? Может быть, завтра? Ну, ладно, завтра так завтра. А почему сегодня не можешь? Я не могу тебе это сказать. Ну, ладно. Слушай, давай я тебе сразу дам ключи. На, держи, чтобы мне не надо было открывать двери, если ты поздно придешь. Угу. Так, подожди-ка, сейчас сядусь. Держи. Спасибо. Пока. Ну, я это не значит, что я не могу теперь с другими девчонками общаться. Я могу. Конечно, конечно, можешь. Пока. Скелета стала дальше плакать. Девочки, все как по плану. Ключ есть. Угу. Теперь будем действовать. Сначала мы прокрадемся в гараж, окей? Конечно. И потом, кто-нибудь из нас возьмет фотоаппарат и сфотографируем их. И все? Да, и пошлем в школьный блок. Ну ладно, давайте. Кто пойдет на план? Клео, Диус и Ребекка. У нее есть ключ. Итак, все в гараж, остальные. Уже мы можем уйти. Уже почти 8 часов вечера. Так, все в гараж, все в гараж. Так. Так, все, готово. Эй, все готово? Да, все готово, давайте начинать. Так, Клео, залази. Подожди, пока не началось еще. Вон они. Джексон приходит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Джексон, привет! О, привет, милая. Можно уже ложиться? Угу. Ай, у нас даже камера потряслась. Так, ждем, пока они уснут. Так, готово. Клео, лезь, я тебя поддержу. Поддержишь? Да, давай. Хоп. Чик, чик, чик. Чик. О, тут Клео, Джексон. Джексон, вставай. Еще одна фотография. Пока. Клео, я тебя ненавижу. Продолжение следует.